Девчонки и мальчишки, всем привет! Давно я не делала каких-то бьюти-обзоров и решила сегодня показать вам свои бронзеры. Сейчас самое время для них. Зимой их не рекомендуется использовать, потому что, нанося их на лицо, они нам дают желтый цвет. Выходим на улицу, там снег отражает небо, и преломление вот этого синего и желтого цвета дает нам зеленый цвет лица. Нам это абсолютно не надо. Хорошо, у кого нет, например, там снега зимой, тепло, и, в общем-то, можно пользоваться бронзерами круглый год. Но, как бы, вот у нас немножко на Урале другая ситуация. Перед вами лежат мои 4 любимых бронзера. Сегодня я вам покажу их штук 12. Не потому, что они самые дорогие, ну, конечно, там Essence не считаю, а потому, что, на самом деле, они мне очень нравятся. И давайте начну, наверное, с Шанель. Это самый мой последний, свеженький, так скажем, бронзер. Купила я его недавно. Чем он мне нравится? Его можно наносить на все лицо, на шею, на уши, куда хотите. В общем, на все тело. Он вообще просто универсальный. Очень экономичный. Его, я не знаю, можно использовать до конца или нет. Я им вот усиленно пользуюсь. И абсолютно даже не видно, что он как бы сильно... что-то там от него убыло. Да, у него есть такие, знаете, золотистые частицы, они никуда не делись. Вот вам сразу сделала свотчи. Вот он, значит, самый первый. Вот их все 4. Это Шанель, это Michael Kors, это Essence и это Dolce & Gabbana. Ну, давайте, значит, по порядку. Бронзер отлично держится весь день на лице. Замечательная вещь. Можно использовать, в общем, просто, я не знаю, ну, я, например, наношу крем для лица и даже никакой не базы, ничего. Просто наношу вот этот бронзер и все. Мне больше ничего не надо. Ну, вот единственное, что румяна. Припудривать его или не припудривать, это, так скажем, дело каждого. Я лично не припудриваю, ну или если хочу, немножко нанесу сверху метеоритов или какой-то совсем легкой прозрачной вуали. Отличнейший бронзер, ненавязчивый такой легкий запах, обожаю. В общем, нескончаемый и самый классный. Называется он вот так вот, если там вдруг кому-то нужно будет. Так, и значит второй. Это Michael Kors, вот такой вот огромнейший. Это из коллекции Sexy, называется оттенок Glow, 21 грамм целый. Показывала его в покупках, хвалила в том году, тем летом, ну, осенью. И сейчас его буду хвалить, потому что бронзер мне очень нравится, очень экономичный. Вообще, просто, я не знаю, тоже нескончаемый. Вот его, значит, оттенок. Единственное, что... В нем, конечно, тоже, знаете, частичек-то этих блескучих тоже, знаете, достаточно. Вот видно, что он как бы переливается, да. У меня немножко такие вспухшие вены сегодня, потому что опять очень жарко. Ну вот, как-то так. Иначе мне не получается снять. Вот, очень, посмотрите, тоже какой красивый оттенок. Очень мне нравится. На загорелое лицо... Да даже не на загорелое мне нравится. В общем, классный. Очень его люблю. Запах просто потрясающий. Мне кажется, какого-то их парфюма, может быть, даже, который с амбровым, по-моему, запахом. Самый такой любимый мною, но еще не купленный. Я думаю, что успею его купить. В общем, красота. Вот еще раз вам его покажу. Просто супер. На посторонние звуки не обращайте внимания. У меня поселился маленький котенок. Я его вчера нашла на улице. Так, и значит вот эти вот 2. Essence. Тоже нравится наносить, в принципе, на все лицо. Особенно ранней весной. Он дает такой легкий оттенок загара. Здесь 10 грамм. В принципе, тоже как бы немало. Замечательные, это, мне кажется, постоянная у них мозаик, да, компакт паудер, постоянно есть. В общем, вот так вот он
Все, этот кот идет сюда. Этот кот идет сюда. Ты почему мне мешаешь снимать видео? Познакомьтесь. Познакомьтесь. Вот такой вот у меня, вот такое чудо. Вот, да, иди отсюда, не мешай мне. Он ползает где просто, в общем, где захочет. Вот. Вот такая вот, значит, ну-ка, перестань. Пудра отвлекает нас. Она, по-моему, по оттенкам. Да, у меня, значит, первый. Вот он мне нравится. Sun Kissed Beauty. Кисит? Ну-ка, свались отсюда. Вот, значит, вот на него свотч. Тоже такой, знаете, хороший. Я не знаю, насколько камера правильно передает. Мелкий, ну-ка, уйди. Вот, ну, мне тоже очень нравится на лице, как он ведет себя. Делает очень таким, знаете, и если на все лицо нанесешь, как будто ты только что с юга приехала, отдохнула, а если на скулы, там, ну, просто контурировать, то тоже очень прикольно смотрится, как будто вот тоже такая отдохнувшая какая-то, посвежевшая. Не знаю, мне вот идет загар, просто я сама по себе смуглая. И глаза у меня такого тоже золотистого как бы цвета, то мне вот все бронзеры вообще хорошо. Пусть даже они с красноватым, с каким-то будут там подтоном. Значит, и Dolce & Gabbana. Это лимитка, но этот оттенок есть в постоянке. Это 20-й номер, десерт называется. Я его всем показывала, какой он красивый. Пока я им еще только вот с краешку пользуюсь. Ну, вы знаете, мне его пока так жалко. И вообще вот просто нарушать вот эту красоту. Поэтому, но все-таки я вам сделала на него свотч. Вот он. Он тоже хорош. Он очень мягкий. Вот если Michael Kors очень плотный такой, знаете, его надо такой жесткой кистью разбивать. Очень плотный, экономичный. То Dolce & Gabbana очень мягкий бронзер. К нему подойдет такая, знаете, мягкая, наверное, синтетическая, а может быть даже и натуральная кисть, я не знаю. Но вообще у Dolce & Gabbana что румяна, что пудры, что вот бронзеры, они с такой мягкой текстурой. Тоже нравится, тоже нравится. Очень давно хотела этот бронзер и вот такой красивый, тем более лимитированной коробочке купила. Так, дальше пойдем. Дальше у меня есть Guerlain, Dior, Lumine и, значит, Seventeen. Seventeen пришел недавно в бьюти-боксе от Elle Box, по-моему. Так, вот что скажу про Guerlain-овский. Это терракота, по-моему, того года, да? Лимитка. Вот так вот он выглядит. Мне почему-то не очень понравился этот бронзер, потому что он очень тоже тугой такой, знаете. И откровенно тоже прям вот рыжий. Его еще попробуй набери. В общем, его очень сложно набрать. Но чем мне нравится вообще вот эта палетка, я очень люблю вот эти румяна. Просто замечательный. Давайте немножко тоже вам покажу, потому что румяна сразу мягче, чем бронзер. Вообще бронзер на самом деле он должен быть плотным, потому что большинство бронзеров они плотные. Вот румяна, конечно, помягче и наносятся полегче. Вот, но как-то вот не прикипела я вот к этому именно бронзеру, а нравятся только румяна. Поэтому не знаю, посоветовать вам, не посоветовать. Ну вот видите, вот сами вот как бы. В принципе, очень сложно набрать, но видно оттенок. Ну, нормальный, в принципе, оттенок. Вот. Солнце куда-то скрылось, как сейчас вам показать. Seventeen. 08 у меня оттенок. Вы знаете, вот если бы у него было чуть меньше вот этого сумасшедшего шиммера, он просто отличнейший. Мне нравится. Вот такой вот красавец. Но подчеркивать им сверху скулы, посмотрите, он какой, просто бронза сплошная. Сплошная бронза. Так, сейчас я вытеру. А, вот салфетка у меня. Сейчас я вытеру, чтобы румяна вам не мешали. И вот его нанесу. Посмотрите, он какой. Он просто... Вау! Его можно использовать как тени.
конечно, рыжеват. Рыжеват-то тоже не слабо, красноват даже, да? Но вообще, когда я им попробовала, значит, его на лице, то он мне вообще понравился. Если немножко совсем нанести, хотя он такой, конечно, очень легко наносится, он очень такой мягкий тоже по текстуре, по своей открывается неудобно. Но вот он даже, вот знаете, не шершавый такой, вот какой-то, вот кажется, что запеченное, да, что-то. Но нет, он на самом деле такой вот мягкий очень. Так, дальше что? Ну, больше, конечно, в кирпич он уходит, да, красноват. Дальше есть, ну, наверное, тоже бронзер, да, третий оттенок. Это вообще вот эту пудру я покупала как пудру на основ... в общем, как основную пудру, да, на все лицо. Потом, конечно, появились оттенки уже такие более темные, бронзер. Ну, вот я схватила, как только она вышла. Как бронзер использовать, конечно, он слабоват, как бронзер. На все лицо я им пользовалась. Но как-то вот не особо вот он мне нравится. Хотя, вот видите, на руке он, в принципе, довольно-таки спокойно, красиво смотрится. Но вот как-то на лице... Вот, ну, не очень мне вот нравится, как вот, я не знаю, поры, что ли, видно. Вот как-то вот, ну, как пудру основную он как-то плохо, знаете, работает. Как контурирование у него цвета не хватает. В общем, не знаю, как-то вот она мне так зависла. Иногда просто в сумку, как зеркало, кладу. Но вообще как-то, не знаю, разочаровалась я немножко в ней. И, значит, бронзер от Lumene, это Natural Code, у меня 11 оттенок пичи. Мне одно время очень нравились румяна, я ими активно пользовалась, очень красивые нежные румяна. Бронзер, кстати, тоже неплохой, он очень мягкий тоже. Очень мягкий, вот, посмотрите, какой у него оттенок. В принципе, я им тоже контурировала как-то одно время, ну, совсем немножко. Вот такой вот, значит, он. Могу ли я его посоветовать? Ну, в принципе, да, почему бы и нет. Но мне кажется, что он немножко красноват. По сравнению, вот, например, скажем, с Шанель, да, или вот с Michael Kors. Ну и последние три, тоже скажем, вообще, в принципе, да, почему бы и нет. Это тоже, я считаю, бронзер. Такой вот наборчик у меня от Буржуа уже давно. Как-то я его в интернет-магазине заказывала. Здесь, значит, такой, как... хайлайтер, бронзер, да, и такой вот матовый тоже контурировать. Это значит под скулы, это на скулы. Над скулами даже, да. Ну вот, сами посмотрите, какой он просто краснейший. Вот. Ну, я как румяна, конечно, использовала. Потому что, ну, как... в общем, как румяна, мне этот наборчик больше нравится. Вот такой вот он. Какому-то, если определенному макияжу, очень даже неплохо подходит. Посоветовать ли вам его? Ну, вам решать. В принципе, я как бы им очень редко пользуюсь, но вообще я не жалею, что я его приобрела. Вот такой вот наборчик. Так, значит, и подарок от Yves Rocher. Тоже вот такая вот пудра загарная и... в общем, то же самое, дуэт. Вот этот оттенок я люблю использовать как тени на глаза. Классно смотрится, но на лице, конечно, я это не представляю и как-то не могу на лицо нанести. Даже вообще мягкая, вот очень тоже текстура. Сама пудра тоже очень красная, рыжая, так скажем. Как-то вот тоже я с ней не сдружилась. Вот тоже вам как вот показать, да, если вот сравнить, например, как-то вот мне не очень-то нравится, не знаю, видите, вот какой-то вот он не такой все равно оттенок, какой-то красный немного. Так, и последняя пудра, это, по-моему, даже без всяких там номеров. И последняя пудра, ее уже нет. Бронзер это от Pierre Rico. По-моему, лимитка была. Он какой-то нескончаемый. Я тоже им пользуюсь. Но, вы знаете,
его уже устала им пользоваться, потому что он вообще не кончается. Он, в принципе, тоже красноват, но когда у меня таких хороших не было, я пользовалась им. Почему бы и нет? Мне его кисть нравится, она хорошо его распределяет. В общем-то, вот он. Не знаю, в принципе, неплохой бронзер. Он не такой уж прям красный там какой-то. Вот такой вот. Но, конечно, вот мои любимчики, это вот 4 верхних. Очень их люблю. Особенно Шанель. Вот и все. Это было все видео. Надеюсь, вас надолго не задержало. Пишите, комментируйте. Скоро увидимся. Всем пока.